Так, ну чего федерация объявила? Официальный состав на Олимпийские игры. А, то есть мудрецы все-таки решили. Там три мудреца в федерации есть. Три Александра, уважаемые люди. Александр Горшков, Александр Коган, Александр Лакерник. Ну вот, собственно, там собрались, пили чай, обсуждали, думали и пришли все-таки вот к такому решению. Так что теперь официальный такой состав, если на Европе все-таки после Европы учитывались некоторые корректировки, да, и вот там некоторые произошли одна, то теперь вот все именно официально, теперь уж точно. Все и все показали на чемпионате Европы, что они могут, что чего можно ожидать. Так что все нормально. Поэтому вот состав, так сказать, смотрите и любуйтесь.